Дитя мороженое, его бабы цветы. Чем ближе Международный женский день, тем актуальнее становится этот совет. 7 и 8 марта выручка цветочных магазинов увеличивается в разы, но и работать приходится круглые сутки. Бойкая торговля идет и на улицах. Здесь выбор не так велик. Розы, традиционные тюльпаны и мимоза. Берут ребят цветы, покупают и розы покупают. Я вообще в цветах работаю, и ребят приходят, берут и розы, все. Хоть дорого, но все равно берут ребят. Дарите женщинам цветы – совет, который не устареет, наверное, никогда. Ведь кого бы не обрадовал такой подарок? А не обрадовал бы он тех, кто стоял у истоков 8 марта. Ведь тогда, в 20 веке, это был не праздник, а борьба за права женщин. Все началось в марте 1908 года. На улице Нью-Йорка вышли тысячи женщин. Они требовали сократить рабочий день, дать им избирательное право и равную с мужчинами оплату труда. Учредить Международный женский день предложила Клара Цеткин. Планировалось, что в этот день женщины будут проводить митинги, шествия и собрания, привлекая внимание к своим проблемам. Но сегодня эта история многими забыта, и 8 марта превратилась в праздник весны и женской красоты. Наша съемочная группа вышла на улицы Самары, чтобы узнать, какие подарки приготовили мужчины и чего на самом деле хотят женщины. Лучше цветов-то нету, наверное. Цветы – самый хороший подарок, весенний. Машину. Как один мой друг говорил, лучший мой подарок – это ты. Это я, то есть. Как вы считаете, лучший подарок женщине на 8 марта? Отдых. Только цветы. Можно ювелирные, конечно, конфеты такого плана, да. Цветы. Да. Как вы считаете, лучший подарок женщине на 8 марта? Цветы. А вы как считаете? Согласна. Цветы. Почему цветы? Так, как-то приятно, не часто получаешь их все-таки. Как вы считаете, лучший подарок женщине на 8 марта? Да мужчина. Чисто выбритый мужчина. Конечно же, внимание, цветы. И машину. Машину обязательно. О, хорошо. Дай бог, чтоб муж увидел. Любовь? Любовь своего мужа. Просто надо угодить женщине и знать ее. Женщина сахара. Чтобы ее уважали, мне кажется, и самое главное, чтобы это, вот этот подарок. А больше ничего. Остальное все покупное. Валерия Макарова, Максим Гусев, «События».